Энергетические проекты, реализуемые в Азербайджане и в особенности на освобожденных от оккупации территориях, представляют интерес для группы Исламского банка развития. Об этом говорилось на прошедшей в Министерстве энергетики Азербайджана встрече министра Первиза Шахбазова с президентом группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джасером. Делегации обсудили эффективное сотрудничество между банком и Азербайджаном. Первиз Шахбазов особо отметил поддержку ИБР энергетических проектов. В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джасер рассказал об инфраструктурных проектах банка, технической помощи, финансовой поддержке и инициативах по развитию частного сектора. Кроме того, глава группы ИБР проявил интерес к проекту «Зеленого энергетического коридора», который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.